семье Кунафиных пятеро детей. Старшему 10, младшему через неделю исполнится 1 год. В отличие от известного мультфильма, здесь 3 сыночка и 2 лапочки-дочки. Даше 5, а Диане 4. Эти малышки настоящие непоседы. Моя любимая игра – чай-чай-выгай-чай. Я хожу танцевать, у меня танцы северное сияние. Старшие мальчики Давид и Дамир, наоборот, усидчивы. Даже играя за одним компьютером, они не ссорятся, их интересы сходятся. Оба любят конструировать из лего. Я больше всего люблю заниматься в 3D лего. Это получается моделировать в компьютерах. Дополнительные занятия, школа, детский сад. В таком круговороте без распорядка и взаимопомощи не обойтись. День начинается с подъема, с 15:07 утра. Сборы в садик, все встают, по очереди идут умываться. Девчонок начинаю по очереди заплетать, так как косички не косички, хвостики не хвостики. Собираемся, идем в садик. Вот. Когда они ходят в садик, естественно, полегче дома. Что-то можно сделать. И приготовить, кушать, и убраться где-то. Я мою посуду и как там, пылесошу. А я слежу за маленьким братом. Мама, если уходит в садик отводить, то я с ним сижу, играю там, какие-нибудь игрушки даю. Одна из семейных традиций Кунафиных – воскресное посещение храма святителя Николая Мирликийского. Это место для супругов имеет особое значение. Мы познакомились с мужем в храме, венчались. Хочется как-то пытаться жить по-православному, воспитать в добрых традициях своих детей, чтобы как-то было и уважение и к родителям, и родители к детям. Несмотря на ежедневные заботы, времени и внимания хватает на всех. Небольшие ссоры быстро заканчиваются веселым смехом. Свою семью Ирина называет одним словом – дружная. А само слово «семья» описывает их буквально. Их 7 человек – мама, папа и 5 детей. В основе счастья – любовь, понимание и взаимовыручка. Вместе со своей семьей я чувствую себя счастливым. Евгения Белобородова, Денис Вельков, новости Губкинского.